Приветствую поклонников лучшей лиги мира и добро пожаловать в Дагестан. Программа 19-го тура МЛБ первой лиги продолжается в Каспийске на Анджи-арене. В одном из ключевых матчей 19-го тура МЛБ первой лиги местная «Динамо» принимает «Тюмень». Достаточно знаковый стадион Анджи-арена, на котором Анджи выступал в российской премьер-лиге. И группа атаки, такой треугольник, Ражаб Магомедов, номер 9, Эгош Кисинтура и Сердер Сердера. Ну и у «Динамо» 7 мячей, это фантастика. Сколько пропускать, это, конечно, выдающееся достижение. Шитов, такой момент. И то ли удар, то ли прострел. В любом случае, Порохов не успел. Я думаю, что ничья вряд ли кого-то сегодня устроит. Еще один удар. Вот это уже гораздо опасней. Передача. Подача. Подача очень опасна. Маркелов. Касание. Вперед Самойлов. Все-таки мяч этому дружит. Прошла передача. Каратаев предлагает себя. Шитов забивать. 1-0. Тюмень выходит вперед. Фланговая атака. Великолепная атака. И Шитов забивает. Виталий Шитов. Молодой игрок. Его четвертый мяч в этом сезоне. Классно геометрически расчерченная атака. И радуются игроки Тюмени этому забитому мячу. Виталий Шитов оказался в нужный момент, в нужное время. Какое-то время нужно было понять игрокам, да и медикам тоже. Могут ли они играть? А у нас 1-1. Ражаб Магомедов сразу после этой паузы забивает. Такая секундная расслабленность. Собственно, штрафная. Что у Тюмени проходит на мяча. Сравнивает счет Магомедов. И вот второй мяч всего лишь в этом сезоне. Классно сориентировался. И контратака встречная пошла у Тюмени. 5-4. Дружинин. Удар. Волк отбивает мяч. Поехал нога у Шитова. Продолжается атака «Динамо». Кисинтура не попадает в ворота из убойной позиции. Ах, Эгош! Подача на ближнюю штангу и удар в перекладину. Мяч попадает. Добивание, гол. Добивание и гол со сланка Гермазов. Его первый мяч в этом сезоне. «Динамо» выходит вперед на 51-й минуте. Впервые Тюмень пропускает в начале второго тайма. Ну какая разница, уважаемые зрители. Середина второго тайма. Я думаю, что Руслан Бекич просто не позволит своей команде. Заброс вперед. Любаков должен выходить. А вот он отскок от газона, от натурального Сердера. Сердеров 3-1. Ну, я думаю, что это все-таки, наверное, вратарский гол. Сердеров забивает свой шестой мяч. Забивает второй матч подряд. И делает это, конечно, курьезно, но воспользовавшись замешательством Егора Любакова. Опа, прямая красная. Прямая красная. И сразу медики появляются. И все, друзья, это финальный свисток. Финальный свисток в одном из ключевых матчей 19-го тура МЛБ первой лиги. Махачкалинская «Динамо» обыгрывает Тюмень на своем поле 3-1.